Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы продолжаем открытие посылочек от дядюшки Ивлея. И на очереди идет замечательная посылка. Так, первые посылки, как я предполагаю, более чем уверен даже, чехол для айфона. Так, придется его открыть, например, одной рукой. Поэтому вот так это будет выглядеть. Посылка пришла очень быстро, буквально где-то, наверное, недели за полторы. И в ней находится кожаный чехол для iPhone 5S. Подарок практически 23 февраля моей супруге. Как-то так. Ну, на самом деле очень сильно похоже на кожу, как по ощущениям, так и по внешнему виду. Главное, почему я его купил, это полная защита телефона благодаря вот этому вот чудесному ободку. Очень важно для девочки, у которой есть две своих девочки и которая с ними везде таскается. О, вау, вот этот лепесток, он оказывается магнитный. Ничего себе, до чего китайский прогресс дошел. Магнитный лепесток. И главная цена, порядка там, что-то в пределах $10. В принципе, по нынешнему курсу, может быть, и не дешево. Но дешевле, чем в России кожаный чехол. Тем более такой, который надо было найти, мы не смогли. Так что вот, покупайте через интернет. Спасибо за внимание, всего хорошего.